Ну, у тебя получается, да? А таким у тебя не один? А один ты не сможешь, ты не достанешь ножками. Тут надо отталкиваться именно. Да, смотри, Даньки, получается. Там без ног, без ног. Угу. Да катайся, конечно, Даня. Да, да, можешь. Все, ты устал? Да, что случилось, Даня? Опять! Ну, вообще, там видит! Видит? Да. Надо их нет, не надо, зачем? Пусть они живут, Данечка. Почему? Ты же тут будешь бегать, играть. Играй, бегай. Не трогай, Даня, я прошу тебя, не трогай, не лезь к муравьям. Нет, зачем их трогать вообще? Пап, ты знаешь, когда в следующий раз ко мне электрон, он меня укусил. Очень больно. Ты его трогал, что ли, лез к нему? Нет, я взял, и он мне подошел и укусил. А-а-а. Кстати, не да. Наверное. Он так и... Ого-го. Кто? Это кто уже? Тоже, наверное, муравей. Я только что видел. Он кого-то тащит там. Он кушает. Кушает, да. Кушает свет несет. А это какой-то плод. Да. Я там видел, там гуся. Вот еще вот так, да? Угу. А где я тебе сказала? Почему? А потому я боюсь. Ну ты боишься или тяжело? Нет, просто тяжело мне туда взять и ноги туда. Ну попробуй. Только не упади. Почему? Я не умею. Это сами только умею. Хорошо. Да. И вот так. Ты тоже умеешь? Да. А где ты лестница? А где? Смотри. Ой, еще я стараюсь. Я видел это. Борка.
Ведь нельзя из него, да? Да. Интересно. Ну, если цветочек пицца там есть, тогда цветочки вырастать не будут. Почему? Наверное, она грязная, не катается. Так, зачем тебе палка? А, Дань? Хорошо. А? Секунду. Сейчас. Молодец. Оп. Ты боком хочешь идти? А? Ты боком хочешь? А на тебя падаю. Тяжело так стоять. Надо держать равновесие. Вот. Видишь, получилось. Ты будешь дальше идти тоже? Что? Тоже там гуляет большой муравей? Они к тебе не шли? Они не шли к тебе? Да, я такой хотел зайти. Они здесь живут. Я такой когда надо идти. Когда они ушли, тогда надо было быстро идти. Давай, быстро. Угу. Опять заела музыку. А? Музыку опять заела. А, где-то писала тормоз на сиденье. Ну что, Дань, поехали? Почему? А уже темнеет. А когда?